Пойдем гулять по книжным полкам. Ты хитрый. Не пойду. Опять ты будешь с красной шапочкой играть. А я одна останусь с волком. Пожалуйста. Не хочешь, не иди. Пожалуйста, пожалуйста, сиди. Сиди одна всю ночь под циферблатом. Пожалуйста. Сиди до самого утра. И вообще, хоть ты мне и сестра, я не хочу возиться с вашим братом, с девчонками. Я сам пойду. Но только ты, имей в виду, на полке появилась книжка. Не какая-то худышка, на двух страничках три стишка, а вдвое толще Маршака и втрое больше Михалкова. Вот. Честное игрушечное слово. Ну, я пошел. Куда ты? Погоди! И я с тобой. Пожалуйста, иди. Путешествие в страну великанов. Что это за страна? Ну, как тебе сказать? Ну, есть такие страны, где проживают великаны, большие люди. Это точно. Сказал нечаянно, а лучше, чем нарочно. Айда! Сюда, сюда! Садитесь у окна. И вы увидите, что это за страна. От вечных северных снегов до черноморских берегов, от Риги до Владивостока она раскинулась широко. И все там есть в стране чудес, и лес, и хлеб, и Днепрогес, а в недрах уголь и металлы, и драгоценные кристаллы. Thank you.
проходите. Пита! Ау!
Ведь надо же сообразить. На книжке угольком стрелу изобразить. Но только вот чужая книжка. Что значит все-таки мальчишка? Разумеется, по рельсам. Ну, а рельсы из чего же? Из металла, из того же. Чтобы строили с плотины, чтоб вода текла из крана, чтоб хорошие картины вам показывать с экрана, чтобы осенью комбайны плыли морем урожайным, чтоб весной наш сад фруктовый цветом молодости новой, цветом счастья расцветал, нужен уголь и металл. Чтобы наш советский сокол над землей парил высоко, чтобы он парил и веял, чтобы выше и быстрее, чтобы дальше всех летал, нужен уголь и металл. Чтобы жили наши дети с каждым Новым годом краше, чтоб никто на свете на большое счастье наше покушаться не мечтал, нужен уголь и металл.